Картина «Вак» итальянского художника-реалиста Микеланджело Меризи де Караваджо, художника эпохи барокко, написана им во время пребывания в доме кардинала Дель Монте. Картина завершена в 1596 году и хранится в галерее Уффици во Флоренции, Италия. Картина изображает молодого мужчину, который предстает в образе Вакха, Диониса, греческого божества. Вакх – герой мифов Древней Греции, самый молодой бог на Олимпе, Священной горе. Вакх – покровитель природных сил, виноградарства и виноделия. На картине Караваджо изобразил не просто мифологического персонажа, а истинного любителя наслаждений. Одет он в светлые одежды, прикрепленные к телу черным поясом, который Вакх держит в правой руке. Левой рукой он протягивает широкий бокал, наполненный вином, словно приглашая зрителя присоединиться к пиршеству. На столе перед Вакхом располагаются чаша с фруктами и объемистая бутыль с вином. Вакх выглядит здоровым и мускулистым, его щеки сверкают здоровьем, свойственной крепким и полным сил людям. Однако его лицо припухлое и несколько женственное, пустота во взгляде отражает легкое опьянение. Черные волосы молодого человека кажутся искусственными. Вакх сидит на белом покрывале, но оно не скрывает затертую полосатую подушку, символ неряшливости. Рука юноши, держащая бокал, давно не мыта, а на ногтях скопилась грязь. Они больше похожи на кисть простолюдина, чем на выбеленную руку античного бога. Фрукты на столе тоже не выглядят естественно. Они подгнившие, испортившиеся, некоторые из них повреждены насекомыми. Когда Караваджо создавал эту работу, он был еще молод. Исследователи считают, что сам художник мог выступать моделью для своей картины. Есть версия о том, что он работал с автопортретом, следуя отражению в зеркале. Хотя картина не является полностью светотеневой, бледный образ главной фигуры, выделяющейся на темном фоне острыми тенями, предвещает его позднее драматическое использование светотени и тенебризма. В Вакхе Караваджо продолжает экспериментировать с освещением, включая отражение. Просматривая жидкость кубки, можно обнаружить отражение самого Вакха. В 1922 году при реставрационных работах был обнаружен миниатюрный портрет Караваджо. Благодаря современной технологии рефлектограммы ученым удалось рассмотреть автопортрет художника в левом нижнем углу графина с вином. Стремясь противоречить традициям времени, Караваджо выбрал центром картины обыкновенного человека со всеми свойственными ему недостатками и бренностью жизни. Детали натюрморта с картины наполнены символами, распространенными в живописи средних веков. Вино в стеклянном кувшине и бокале по христианским традициям является символом благодарности и признательности. Яблоко, виноград разных сортов, гранат, другие фрукты – традиционные символы христианства, обозначающие изобилие и плодородие. Thank you.
Караваджо создал гуманистическую живопись, которая была доведена до совершенства в эпоху Возрождения. Вакх изображен не как совершенный бог, а как пьяный подросток у вазы с засохшими гнилыми фруктами. Считалось, гнилые фрукты символизируют быстротечность жизни человека. Вакх, изображенный в виде юноши, является иллюстрацией к натуралистическому восприятию мира.